Варна – третий по величине город Болгарии и был известен с VI века до нашей эры как греческая колония Одессос, поэтому достопримечательностей накопил достаточно. Но мы имеем только один день, поэтому выбрали в интернете карту с конкретным маршрутом, чтобы посмотреть главное. Свой маршрут мы начали практически от автовокзала и прошли всю основную автомагистраль, а также одну из главных улиц Варны – бульвар Владислава Варненчика. Владислав Варненчик – это 19-летний польский король, который погиб под Варной в битве с турками. Ну, особых достопримечательностей на бульваре Варненчика мы не увидели. В основном это сплошные магазины, банки, бутики. Ну, по вечерам здесь достаточно много народу ходит. Но бульвар привел нас к главной доминанте Варны, Успенскому собору, с которого и начинается наша экскурсия. Успенский кафедральный собор был заложен в 1880 году в честь освобождения Варны от османского владычества. Сейчас это третий по величине и значению храм Болгарии. Храм расписывали как болгарские, так и русские мастера. В церкви очень много икон, привезенных из России. Так, в 1902 году император Николай II подарил храму более 40 икон. Собор имеет три алтаря. Центральный посвящен Успению Божьей Матери. Здесь происходят все повседневные и праздничные службы. Алтарь изготовлен из дорогих пород дерева с лучшими мастерами Болгарии. Северный алтарь посвящен Александру Невскому, а южный – Николаю Мирликийскому или Николаю Чудотворцу Угоднику. Рядом с алтарем Николая Угодника находится самая почитаемая в храме икона Пресвятой Девы Марии. Несмотря на проходящий в настоящее время ремонт фасада, службы в храме не прекращаются. Время подошло к обеду, и по совету местных мы через сквер у храма прошли на следующую улицу, где расположен болгарский фастфуд. Он в корне отличается от Макдональдса огромным изобилием блюд. Здесь можно недорого, очень вкусно покушать натуральной болгарской еды. После вкусного обеда мы продолжаем свое путешествие. Указатель показывает, где находятся римские термы. А напротив магазин «Березка» – продукты из России. Башенка с часами. Здесь работал Антон Иванов. А вот здесь находится второй зал Варнинского драматического театра. Здесь в основном идут молодежные пьесы и спектакли. А поблизости, прямо на земле, расположились на пленэре варнинские художники. Они рисуют вот здание военно-морского клуба, потому что собор в лесах. А чуть дальше, в парке, находится Варнинский монмарт. Здесь выставляют свои вернисажи болгарские художники. Но выбор картин очень широкий. В основном все про море. В парке расположен памятник
русскому князю Игнатьеву, который внес большой вклад в дело развития русско-болгарской дружбы. Мы подошли к культурному символу Варны, Варнинскому драматическому театру, который был построен в 1932 году по проекту известного архитектора Николы Попова в стиле барокко. Сейчас это вторая площадка театра Стояна Бочварова. На площади Независимости находится центральный варнинский фонтан, гордость Варны. В турецкие времена на его месте была 10-метровая чашма, поилка для лошадей. А сейчас это уникальное для Болгарии сооружение, которое обладает 2000 цветовых эффектов. Здесь повсюду есть вот такие указатели, но, правда, они не всегда направлены в правильную сторону. Памятник Ивану Церову, мэру, при котором и построили драматический театр, а также первую школу и водопровод. От площади Независимости начинается пешеходная улица Варны, бульвар князя Бориса, который приведет вас прямо в Приморский парк. А в начале улицы Бориса вот находится центр Варны. Таблички, а рядом таблички других городов мира и расстояние до них. Но мы пытаемся найти римские термы, поэтому движемся в сторону морского порта. Вот впереди видим красивое здание с куполом. Это штаб военно-морских сил Болгарии. Вот тут адмирал, который участвовал в русско-турецкой войне. Штаб военно-морских сил. Рядом еще много красивых зданий. Тоже какое-то управление морское. А вот впереди синяя табличка «Порт Варны» написано. Это крупнейший порт Болгарии. Морская администрация. Вот они, долгожданные римские термы. В первом-третьем веке нашей эры в Одессе было две бани. Одна большая, другая маленькая. Вот мы находимся в развалин маленькой бани. Создатель этого сооружения – общественный деятель Марк Агрипп. В комплексе были размещены теплые и горячие бани, бассейны и отдельно помещения для отдыха и гимнастики. Люди приходили в баню не просто помыться, но и побеседовать и поотдыхать. Вот, кстати, горячая баня. Внизу шел теплый воздух. Ну, современная парилка, будем так говорить. Ну, а самое большое помещение вот как раз было для отдыха и бесед. Это типа как у нас сейчас в банях раздевалки. Подробнее можно посмотреть размещение помещений уже вот на плане больших терм. Мы видим тут тоже самое большое помещение для отдыха. И вниз идут холодные, прохладные и горячие бани. Рядом с термами находится здание церкви Святой Просковеи. Вот сейчас мы уже практически находимся у самого моря. Между портом и парком архитектор Лазаров в 2010 году установил памятник «Влюбленные драконы», и он быстро стал новым символом Варны, несмотря на возмущение некоторых верующих.
А прямо за памятником расположены взрослые и детские бассейны. Для детей этот памятник поставлен. По тенистой аллее мимо городского пляжа движемся в сторону парка. Вот практически в самом начале парка находится выставка морских теплоходов военных, катеров. Тут можно даже поиграть на них, покрутить штурвал. Прожектор противовоздушный против самолетов. Дизель с лодки. Крупнокалиберное корабельное орудие. Памятник какому-то адмиралу, по всей видимости, советскому. Ну, всякая здесь военно-морская техника. А вот это самое старое дерево в парке. Вот за одним из старых деревьев видно вдалеке здание аквариума или окинариума. Это я с интернета взял фотографии аквариум, которые там стоят. Памятник девочке, которая очень удивилась. Много велосипедистов здесь. Ну, просторно. Здесь кататься. Парк очень большой. Нам уже пора уходить. Мы снова выходим на пешеходную улицу. Сейчас мы движемся к церкви Святого Николая. Вот стоит плита, что где-то здесь находится часть северной крепостной стены. Морской храм святого Николая Чудотворца был возведен в 1859-65 годах на средства русского купца Николая Параскевы, который чудом выжил в страшном шторме на пути из Варны в Одессу. Во время шторма он много молился святому Николаю, а после спасения выделил 50 рублей золотом на строительство храма в Варне. Якорь у входа в храм обозначает, что храм именно морской. Вот это главный монумент независимости Болгарии. Памятник царю Калаяну, который поднял восстание против Византии и сделал независимым Второе Болгарское царство. Штурм Константинополя. Царь Борис III, который после поражения Болгарии в Первой мировой войне сохранил и объединил Болгарию. Мы заканчиваем свою экскурсию с того же места, с которого и начали.